Так бывает всегда. Посмотрев на игру спортивных кумиров, мальчишкам самим хочется еще больше играть в футбол. И играть на уровне. В Сочи у детей такая возможность есть. В городе 11 спортивных стадионов, в том числе стадион «Локомотив» в Хосте, который год назад был передан от РЖД администрации Краснодарского края. Его масштабная реконструкция начнется в 2018 году. Стадион имеет натуральное покрытие, поэтому регулярно на нем проводить тренировки либо игры, все знаем, это сложно. Он позволяет в неделю заниматься на нем не более 5 часов, трава такая. И на сегодняшний день позиция такая, что это останется футбольной площадкой. И там после реконструкции в 2018 году, конечно же, наши дети на нем будут заниматься. Сегодня в спортивной школе номер 10 по футболу занимаются порядка 800 детей и подростков, а всего в Сочи в разных секциях числится около 4000 человек. После проведения чемпионата мира эту цифру планируют увеличить до 5000 за счет расширения материально-технической базы. В следующем году муниципалитету передадут еще 2 тренировочных поля в Адлерском районе, на которых смогут заниматься дети. На территории города Сочи культивируется 78 видов спорта, культивируются без исключения все олимпийские виды спорта. И те виды спорта, которые включаются в олимпийскую программу, мы оперативно открываем отделение в городе Сочи и начинаем их развивать. Сергей Пелосян добавил, что все олимпийские объекты, наследие зимних игр, также используются сочинцами. Не останется невостребованным и наследие Кубка Конфедерации. Планируется, что стадион «Фиш» станет тренировочной площадкой для сборной России. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».